И лутер на враску вешай. Сейчас. Дайте еще шкаф, тут не все в рейде. Не, подожди, рано еще на себя лучше пойдешь, пока. На босса куда давать ему. И чекни там, кого-то не сумонится, что АФК что ли выйдет, что. Так, не ремонт ничего. То есть задержку показывает, если на свете показывает. Я уже в рейде стою, сейчас его принесли. Вы смонили, да? Или нет? Да, два тела осталось до сумони. Ну я отходил. Просто отец на России. Все, все тут. Арсия еще нету. Ты что, дайте ребаф. Полетели пока трэш. В танках ДК и Луцинь. Войт, Сова, Нурси в коте. Килы, пятая группа. Пуляйте трэш. Маги, поставьте столик, пожалуйста. Кто осколки собирает? Враска. Враска, сколько тебе там? 30. Блин, много. Это, что, я нужен буду или нет? Будешь нужен, но пока отдыхай. Вообще, куда РТ? ЛКХМ. Чё-чё? Нет, нужен тебя. Чё, ЛКХМ? А вы сейчас, в смысле, с какого босса? Да. Джайна? С нуля. Параллельно говорите, не понимаю. С нуля, говорю, идем. А можно 200 за приход? Я как бы был в сети после... Если не сложно. Вопрос к япончику. Он начислял. Давай я ему пишу в ПМ про Японию. Он мне еще ни разу не ответил. Ни разу. Ладно, короче, я буду нужен на сложный. Да, я так понял. Обязательно. Да. Это япончик сейчас был? Да. Это, накинь, пожалуйста, 200, я не успел тебе писануть. А доморозится, япончик. Говорил, я релогался. Да я, блядь, это, ливнул спать и этого, блядь. Оню так и не убил, пиздец. Объясняю один раз. На сборы рейда дается 15 минут. Числение ЕП происходит... Ровно в 15 минут. В следующий раз, кто опаздывает, дополнительно вам начислять ничего не будут. Понятно. Да я был в лайне. Я вообще с полей приехал сегодня. Мне вообще бонус должен быть, что я вообще зашел. То же самое и по луту. Смотрите, что вы ролите. Потом КПшка сниматься не будет. Мы еще в прошлый раз предупреждали с вами. В смысле, я всегда смотрю, что вы ролите. Ладно, а через сколько я примерно понадоблюсь? Через полчаса? Как минимум ты будешь нужен на профа, синдру и лича. А до них, может быть, мы и сами справимся. Ну, если новенькие будут сильно косячить, значит, раньше поменяем. Угу. Ну, короче, я... Просто буду в Дискорде и все. Я, нет, я звук в Дискорде выключу, вы мне этого, на персе пишите. Или в Дискорд лучше пишите просто, я сразу иду. Вон, во флудилку пишите, я зайду. На сове будешь?
во флугилку или в ПМ, короче. Я звук отключу, не скоро. Короче, 250 тебе дать, и сразу увидишь сам. Блять, я говорю. Тоже нормально, варь. Написать просто, и все, я звук выключу. Че ему надо? А уж нету, да? Ну, я помню, там за 3 минуты до конца РТ кто-то так выхватил. 3 человека. Ну все, ИП. 250. Сейчас еще раз сделаю. Тут 9 кадров в секунду. ПС, это мне очень не нравится. Дайте магистру, спасибо. Женек, успокойся, разберусь с тобой, подожди. Бафы обновляем по рейду. И 10-минутные каски вешать не надо, регов купить, если нету. Блин, а у нас ни Фрост ДК, ни Энхшамана до 20%. Но могу во Фроста спекнуться. Спекайся. Спасибо. Сейчас ШП сразу такой паник. Да он один. Все, спекнулся. Ничего страшного, переживет. Меликов тут явно больше. Поставьте рыбку. Паладины покупаем реги и даем нормально баб. Если на ком-то будут каски 10 минут, кто-то огребет ГП за это. Третий пал пришел, да? Ну, дживсы ему дайте, если регов у него нет, например. Ставить? Ты про рыбку? Нет, про дживс. Короче говоря, монород, каски, враска, кулаки, новый хпал, это МП5 по всем дает. Короче, рыбу поставил, пошить. Аура коня еще стоит. Ну, это самая важная аура, без нее никуда. Чего так коня это вот? Какая аура тут лучше будет, чем? Мне кажется, брони. Брони. Танковая. Да. И третья. Средоточение. А на какого танка первым напуливают? Полцень пусть танчит. Япончик, что ты там разобрался? Япончик, прием, прием. Все, в принципе, разобрался наконец-то. Личку проверь. Сейчас. Надо
пускай тот, блин, как вот другой холи пал каски бафает. У меня нет аддона, он, блядь, будет мозги ебать. Ничего страшного. Что, все здесь, запускаем босс. На пул и ручье. На все. Разбежались. Шип сзади, сбоку. Шторы уходят на замену. Возможно, честно сказать. Или мне передавай его вниз. Сейчас. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Замена, кто же вы? Плюс чат. Пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть... А кто не плюсанет, столько... силы. Чё, погнали, трэш? Даркис, заходишь в рейд. Норси похилишь? Над нелепостью их строения. Сначала нужно выбрать цель. Кожа, мускулы. Какой у тебя хил мгновенно? И левел там хотя бы напиши. Ну давай, ты в хила тогда. Пончик, я тебя скинул, шмат. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Сумоньте Даркиса. Не персику еще, дайте смог. Шторы кикни с рейда, либо не знаю, что с ним сделают, что он еще уже улетел. Нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Что не может сломить его, кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Я не понял, Персик, а ты почему на боссе-то не был? Здрасте, я был. Я только что улетел. Зачем? Подкупить. Ну вы о своих передвижениях типа предупреждаете хотя бы. Вот только как сказал, я сразу это ТП взял.
Персик суманули? Да, у меня висит сейчас, вот я докупаю. Блять, да. Трэш. Давай я кастер фути. Пончик, я тебе скинул. Всем привет. Будет тогда на леди спекнешь тоже подальше. Все, я решил вопрос. У меня это, я утром обновлялся по драйверам, а у меня, оказывается, слетела видеокарта с дискретной на встроенный графический процессор. Меня обратно поставил. Не знаю, как это пришло. Слышишь, я тебе лут скинул тебе. Да я видел, видел. Всем привет! Так, Враска, если ты лутер, то в БОЕшке тоже смотришь, все, группу пытаешь. Я заберу его у тебя. Что-то не мог Значит, по второй фазе на боссе будет ДК и Войт. Лучше Луци не на трэша. Лучше Луци не ДК, но вот опять есть. У него агро будет, у меня агро ДК. На пульщиков хуево гора. Ну там реально много агро у него. На пульщики не помогут никак вообще. Просто он по рейду пойдет. Ну хорошо, ладно, ты на трэш-то останешься. Так, ребят, я спекаю с ДЦ. Ну, Сань, давай ты слева поддержишь алоидов, справа. Ой, ты на постраховке у нас. Я справа с ДКшником. Там, ближе к боссу, стой, я с лестницы тянуть буду. Так, рыбу сейчас поставлю. А ты чё, шестым хилом хочешь? Да. Я не хочу тут пайпаться. Ну ладно. Никакого экшена. Рчи на пул. Один моб живой.
вашего господина. Ты не в силах противиться моей воле! Диспел корни. Трэш. Не переводите. По боссу стоп. Стопните. Чё заберёшь на себя, Войт? Я пошёл на босса. На... Да, ну, давай. Пока. Ой, сейчас быстрее уже. Я один долго. Сервак, походу, лёг. Сейчас очень сильно легче. Как обычно, самый удобный момент. Самое вовремя. Лучше сейчас, чем после убийства сразу. Все как всегда. Уже хочется конкретно так позлиться. Покурите чаек, налейте, будем идти без перерыва долго. Да какой тут уже и чай, и яблоки, и все стоит рядом. А сколько минут перекур? Пока обычно 5 минут, рестарт идет. А скажите в Дискорд, когда заходить, пожалуйста, я услышу. Покурить пойду. Да. Не знаю, они просто не тянут. Им, наверное, X10 надо выключить просто. Было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек... Ой, его... Let's go.
Вага, ты здесь? Вага. Что там заходит, нет? Не. Ставки уже пора родиться. Было хоть раз вообще в истории сервера, что давали скидки на стартап? Сейчас же на все 20% скидка разбил. Вот а на поставке никогда. Вообще скидки никогда хозяйкам не было. Зачем ты это стоит, сделал? Стоит. Потому как зато, за прошлый год, а прошлый год это справедливая плата за заботу. Значит, халявный. Все эти уши в лесу. Не думайте об этом, сударь. Вы отсюда уедете, а нам тут жить. Так же, как нашим детям и внукам. Велен никакие боги не хранят. Ни один владыка. Эта земля ничейная. Кто хочет выжить, сам себе господина ищет. Мне кажется, поставки это, наверное, основной доход. Поэтому... Да, они же сделали вот эти, как они, двойные поставки. Вот это... Они там, наверное, больше всего стрельнули, когда... Так, наверное, на той расчет был. Чтоб на третью карту сюда. Ну да, хотя я вам где был, так сказать. Дырку, да? Ну, блядь, грубо говоря, с шестой карты, сразу переехал, да, приехал. Нормально, въехал. А их дура, вот прямо сразу видно. Смотрим, мороз какой. Другие. Никак не видно. Я тебе говорю, то есть, заходит, ребят. Нифига таких видел, то есть. Чуваки заходят у него, блядь. 4Т10, блядь, 30, ебать, задорачивает. Там вот этот поезд профкожаный, блядь. Подождите, подождите, вот это я появился в гости с Агрилом. И еще мобы какие-то. О, все, заявилось. Сейчас еще пару. Мне кажется, что босс сейчас. Ну да, он заявился, в смысле, то, что я убежал. Или он сдох, и больше никому атаковать было. Никогда больше не пытайся противиться нам! Выбежал. Мы прощаем тебя. Но если лифт ездит, то получается, что босса не будет. Будет, будет. Не-не, он ездит на него залезть. Все. Подожди. Это смерть. Кто появился в комнате, сдохните там быстрее. А как же он же заэвейдился? Как вы его, блядь, спулите? Ну я на ступеньках появился. Она типа как Холеон исчезает на какое-то время, а потом опять появляется. Выйдите все из инста. Я у одного экран загрузки есть, зависит все и ничего не исходит. Это в 4. А я знаю, что сейчас вернет. А че мы япончик такие вы здоровые? Вот так вот. Он когда приручает, ты большой становишься. А так видите, баф ничего не было. Типа нас приручило и свейдились они, поэтому такие большие были. Я вообще в Даларане. Шумонять? Да. Спонсор нашего, нашей, блядь, наших раздолбанных шмоток ебучий сир. Локи, ставь, пожалуйста. Ой, Даркес, поставь шпиня. Прикинь, сейчас главное на лифте не уехать, там если в контроле будет. Ну, даже если уедете, потом не спускайтесь и все.
Вага, ты здесь? Да. Ты Женьку ничего не начислял? За приход нет. Сейчас, не сейчас. Вага, зачем ты Фарада спрашиваешь? У тебя есть я, профессиональный продавалка. Ты в курсе, почем нонсет в ссылках, Эм? Конечно. У меня, я же их продаю, блин. У меня покупатели есть, ну, я же тебе говорю. Ну и чё, почём? 30-35, в зависимости от того, кто покупает, сколько покупает. Джесса справа поставил. И что? По-другому вопрос задам. В ГБ надо сколько класть? А, зависит от того, что продашь. 5000 себе, остальное в Гильбанк. Короче, тридцатку класть, да? Ну, 30 или 25, что продал. По спросу смотри, то есть там какие-нибудь, не знаю, РДДшные кольца 35, а какие-нибудь трусы, блин, с ловкостью на одного рогу, которые идут 30. Людей. Там аккуратно по лестнице ходите, то видите, я сдох как-то. Розелина, Враска и Алоиду. Да я тут, я сдох на лестнице. Почему? Можно сумон меня в Доваран кинуть? Пойти по ней теперь. Рыбу поставил снизу. А у нас что, за ребра ничего не начислялось еще? Потому что что-то я про журналы смотрю, нет. Я ничего не начислял. Попытайтесь. Две вещи линканул в рычат. Это кому-то надо на мейнспек. Ты мне можешь сказать, что я тебе скажу, сколько это, 30 или 35? Понял. Это 35. Поезд был на окна. Чё, вылет был или нет? Нихуя не услышал. Не было никакого вылета. Странно, я вылетел. Ладно. Ты не в рейде. Да, спросили на мой рейд. Все, все готовы, все здесь, даю отчет. Контроль, Арсию. Пока тут медведоёжа. Он в текстуру улетел, походу. Медведоёж, где валяешься? Грёбаная целка, дырявые полы. Ну, не ты ж плитку ложила. Аргумент. Контроль. Я там высох. Стоп по боссу. А чё там ещё? Диспел корня. 5 секунд помощников забиваете и начинаем первый босс. Я тебе грипну так же и убегу. Заберешь?
правого фанатика добейте и переводите босса. РДД в босса по-шустрому. Контроль. Контроль ЛРЭ. Да я пушки снял, не переживай. Дух в центре. Внимательно следите за духами. Умрете от духа без сопрот на чистом. Можно там поконтролить? Поконтролить, пожалуйста, спасибо. Сейчас второго срежется. Не надо, пожалуйста, взрывать дух. Без таков. Старай. Ты не в силах противиться моей воле. Может там на пульте? А пульте будет сильнее. Блядь! Мили ползет. Сорян, Розелина. Мой косяк. Эй, ты лучший просто. Да я тебя не чисто заметил, ты маленький. Стопните флут, пожалуйста. Контроль 4 секунды. Мили дух. Имперсиков. Контроль. Ермперска, говорю, контроль. Слева вышли мобы, лови. Владуха в центр. Внимайте. Наверх едете, пожалуйста, не агрите сейчас трэш. Я разролить должен. Да, я там осколок. Я сейчас разролю, потом буду давать тебе ультер. Ты просто говори, есть осколок. Я и говорю тебе то, что он... Да, ой, а это квест на легендарный посох, да? Да. Че, никому не нужна основа посоха? Квест на великана вообще взяли? Нет. А для PvP нельзя взять каков спек? Ну на мутика. Арена. БВЕшки тоже ролят? Нет. ПВЕ в ГБ все как обычно. Квест сделать бункса? Или у обычки? Сделаем, конечно. Отдал утером. Сейчас возьму квест. А там ты когда отдаешь утера, там невозможно не заметить.
А там дракона согрели, да? Ага. Скажете, когда бьете. Порталом не могу воспользоваться. Добили. Еще один. Какой даггер мутику на паука? Там же сердцеколы берут, по-моему. Блядь, небесный крис, по-моему. Ты что это такое? Это помоечный, очень помоечный даггер. Пускай забирает на ПВП. Я не знаю, как он меня слушал, я ему уже сказал, что у него претендентов минимум на кинжал следить. Есть ли смысл это повторять, я не вижу. Потенциально-то любой рок может взять. А еще на Микадзе? Да, Авервульф ушел точно. Элрею не надо. Чего? Какой кинжал? Крис, что ли? Да. А. У всех есть квест? Мне точно не надо. Это я пока. Это Женек, я пока на твинках посижу квест ежедневный поделаю. Стеночку укрытий спиной, вас отталкивать не сильно. Ты по палатке подведи, чтоб мы тоже мелики. Достаете или нет? Да-да-да. Я не достаю. Летаем. Должны в палатку биться головой. Можешь лицом в палатку завести. Он будет задувать, или не пофигу. Он и так всех откидывает. А то хоть мелики будут. Корабль идем, потом сдадим квест. Может, лучше сдать? Потом сдадим. На орки потом. Мы сейчас идем, без перерыва. Ребут, сразу ребут, ребут. Квест пропадет. Вон, пропал. Ничего не пропадет. Вот нам... Только что ребут был, ничего не пропало. Они уже это исправили. Ну, смотрите. Че, Луцинь, полетаешь? Да, окей. Давай, я в Ван Холи тогда. Там сдох вообще кто-нибудь? А болезнь как сняли, кстати? Сегодня мы будем биться со смертью. Никак она гуляет. Она еще гуляет? Отойдите от Вара. Давайте очистим.